Так, ну вот у нас, как я сказал, Толстяков. Довольно-таки неплохо. Несколько монет, обстрел. Но дорогу хоть мы и нашли, но на ней пустовато. Комрады нас немножко подманули, как говорится. Да, опередили. Ну, одна, две царских. Кто будет пить? Кто будет пить воду? И несколько монет. Ну и вот дошли мы до Полевского пруда, и как раз здесь можно искупаться. Вот такой вот здесь есть. Василий Кузьмин. Василий, о, я тоже Кузьмин. Вот, видишь, уже, твой, уже твой, родня появляется. Ой, это тёзка. Вот. А я Сергеева. Вот. Ну, все ясно, молодцы. Там 6 метров. Там 1000 метров. И 1000 метров пошло. Ну, давай. Так, я тебя... Итак, мы дошли до Полевского пруда. И решили искупаться. Ну, туда далеко и там вот. А как же. Вот так вот. Ну что? Итак, Димон решился. Аккуратнее, Димон, вода из берегов выходит. Бам, кто-то упал. Ну, я тебе дам визитку. Я робот. Ну как? Класс. Класс. Почти как на Баклановском, нет? Да, смотри, а вода прозрачная. Ага. Это да. Вода чистая. Ну и прекрасно. О, тихонько, давай лап. Вылезешь. Вот. Вот это новость. Ни хрена себе. Так. Отходи. О. Ну вот такой вот прудик. Надо эту, потом фотку сюда вставить, где я, где эту фотографировал. Только 18+ поставить. О, так костерчик. О, сгорелось. На небольшой глубине перепаханного поля. И вот она. Пуговица. Что-то вообще ушедшая полностью. Этот оторван весь язычок пришивной. А здесь пока. Ну, надо отмачивать, смотреть. Похоже на какую-то такую, что старенькая, царская, тяжелая. Посмотрим. Потом приложу. Цепил. О, и поглянь, даже сахан хороший. Ну, все. Рамочник. Кто здесь? 48-й, да? И четко видно, даже я в очках разбираю. Да. И капнула она почти на поверхности. Ох. Да, на поверхности лежал. Ну ладно, господа. Я не уверен, что мы этот какалик отмоем. Ну давай попробуем, у меня вода есть. Не надо сейчас пока. Пусть полежит. Какалик. Какалик по полной. Там просто, видишь, надо ее аккуратненько будет мыть. Хотя бы, может, она так толстенькая вроде. Но края тоже. Ладно, посмотрим. Завизывай. Ага, может быть, что-то и удастся. Ну вот, иду по следам уже какого-то комрада. И вот такая вот у меня вылетела монетосинка. Не знаю. По-моему, царик, царек. Чего-то уж очень она, не знаю, уж больно она, аккуратненько надо будет помыть. Так вроде толстенькая, я так не вижу ни хрена. Не пойму. Слава богу, не заросшая. Возьмем. И вот подруга, видите какая? Такая называется гусеница, красавица. Да, хотела танковую гусеницу, но тут, опа, шмяк, вот она, сейчас ползет, солнца она не боится, о. Сама как танк. Боимся мы солнца. Да, солнце припекает сегодня отменно. Ну ладно, по-другому.
копеек. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. А моя бабушка курит трубку. Берет в плен очередную соседку и продает ее в борделе моряков. Та становится лучшей шлюхой, та становится женщиной фаб. У нее голубые корсеты, подвязки, а на шее классный пан. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. Ну вот так вот мы отдыхаем после копа. Вода кипит. Развлекаемся. На Опалевском пруду. Вот там домик. Вон он. Ага. Заимка для рыбаков. До нее дойти можно. Пешком хорошо. По грудь нормально можно дойти. Там пол все есть. Так вот пруд. Походили, погрелись. Теперь освежаемся. Вот Димон с подводного поиска идет. Ну, слава богу. Может быть, даже это и к лучшему, что здесь тоже металл, наверное, да? Вон там. Здесь. Ну, это надо этот, блин. Что-то есть. Вот. Ага. Ну, здесь надо скуп. Ну без кубы, да, куда ты? А, здесь не... Это небось. Суглинок такой. Да, суглинок, вот. И вот Димон вышел на подводную охоту. Здесь такой красивый, красивый пруд большой. Сегодня облачно, ну и солнышко выглядывает. Мы закончили наш коп. Довольно-таки удачно. Монетки нашли, царские монетки. Все это я приложу. И потом мы решили вот так окунуться в пруду. Здесь как раз вот домик стоит посередине пруда. Такая рыбья. Ау! Что-то есть там у тебя? И как будешь доставать? Вот у Димки какой-то сигнал. Ну, пробочный, наверное, нет? Ну, вот у Димки какой-то сигнал. Ну, водичка чистая, хорошая. Ну, вот я говорю, что так просто не про... А так красиво. Природа просто обалдеть. Ну, вот так вот. Так что мы заканчиваем. Прощаемся с вами до следующего копа. Сейчас погода удачная, хорошая. Сейчас, думаю, может быть, поедем все вместе копать. Пока сильно не планирую, потому что надо, чтобы выходные у нас у всех совпали. Что очень тяжело. Так что вот так вот. Смотрите нас. Ставьте лайки, подписывайтесь.